Ну, загар была отменена по техническим причинам. Немножко не смогли мы сработать в плане на наростки льда. Поэтому было принято решение, что все-таки будем тщательно готовиться и в следующем году постараемся обязательно провести. Но мы наметили ряд других мероприятий с участием наших волоковских гонщиков. Они будут проходить на поле между 5 и 8 микрорайоном. Сейчас мы по датам все уточним и всю полную информацию в средства массовой информации дадим. С вашей стороны по подготовке льда к гале все согласования и просьбы мы направили своевременно. Все прекрасно знают, что для проведения льда к гале необходимо очень большое наращивание льда, которое необходимо проводить практически за 3 недели до начала мероприятия, с тем, чтобы это было большое наращивание, которое не повредит в последующем, естественно, ни краску, ни разметку, ничего для катания. Но руководство «Кристалла» именно со стороны Саратова, со стороны Волокола, руководство «Кристалла» в свое время не было предпринято эти мероприятия, и когда уже согласились о проведении, то времени для качественного наращивания льда не осталось. Таким образом, пришлось снимать мероприятие с проведения и, так сказать, не проводить его. К сожалению, такой момент произошел. Надеюсь, что к следующему году мы будем готовиться вместе с «Кристаллом» и договариваться уже пошагово, начиная за месяц об эффективном наращивании.